Иду в липовую ямку, чтобы посмотреть, найдутся ли в этом году норвитяне, которые в праздник Крещения Господня окунаются в воду на реке Нарве. Сейчас узнаем. Еще раз с праздником Крещения Господня. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Сергей. Вы норвитянин? Какой? Коренной. Коренной. Сергей, скажите, пожалуйста, вы каждый раз окунаетесь именно вот в праздник 19 числа? Нет, или? Нет, я уже лет 15, наверное, ежедневно прихожу. У нас тут есть целая компания и моржи, так называемые, нарские. То есть вот то, что вы сейчас окунались в Нарову, это не связано с праздником Крещения? Или нет, связано? Ну, тоже, но это просто у меня ежедневная процедура, поэтому ежедневно. Очень, ну, здоровья вам, удачи и счастья, спасибо.